Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю показывать вам партию в дополнении Tempest к игре Endless Legend. Я играю за новую фракцию Маргоров, и если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Лучше уж смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. А кто же построил, если не секрет? Алтарь Ауриги? Нет, этот... Район, завод. Дракен построил. Это написано, все пишется. А, ну если ты не встретил, то не пишется, конечно. Но Дракена-то все встретили, да. Ну хорошо, извините. Хорошо. Да ничего. Извиним. Как говорится, мы тебе уже на спину плюнули. Слушайте, а вот что делают губернаторы у этих Алаев и у этого чувака? Вообще их полезно, как вы считаете? Ну, ты ж можешь посмотреть их способности. Не понимаю, почему тут сюда нырок не работает? Тут вот нырок работал, а тут почему-то не работает. Ну ясно, все на океан. Не понимаю я. Так, ладно, где мы там? Не, хорошие, но для океана, честно. А на Алаев тоже... Типа, посмотрите, мама. Отлично. Вот еще один океан моим стал. Круто. Так, запустим золотишко. Так, а давайте глянем, что тут квест хочет. А что значит минус 50% я не могу. Золота на содержание войск в городе? Да просто атака. Ну если у тебя юнит в городе сидит, то уж как бы содержание требует. Блин, я не убил никого. Так можешь тратить на 50% меньше золота, чтобы содержать этих юнитов, которые в городах сидят. В одном, в смысле в одном, да? Ну вот где вот этот гранат. Не знаю, может, ладно. А, уже один построен алтарь Ауриги. Можно отключить пока и алхимическую лабу. Так, тут растет. Растет. Ну, а тут пускай вот это все построится. Еще надо ставить, конечно, мне города, но у меня несчастье, у меня мало счастья. Мне надо пока с ресурсами роскоши, а для этого надо захватывать вот эти крепости, которые как раз дают кое-где кое-что. Вот скоро смогу пряности запустить, например. Плюс один от крепости, плюс полтора, плюс полтора. Надо больше крепостей захватывать. Так, что у нас с квестами крепостей? Мирный договор через 5. Руины храма. В следующем плане империй. Не давайте никакого престижа Министерству военных дел. Так, слушайте, у меня как-то долго грузовой порт открывается, а у меня мирный договор через 5 ходов. Дом дипломатов 3 хода. Вот. Это норм. Так, а что у нас с престижем? Я тут совсем не первый. Ну а по прогрессу первый. Сейчас сказал. А, зима? Зима близко? Слишком близко. Ух ты, минус 55. Так. Ого! Ох ты ж, блин. Мне надо вот этих вот ребят
быстрее сбагривать, чтобы их убило нафиг. Иначе я прогорю сейчас. Ух ты, прям со мной эти находится. Блин, ну вот это крепость. Плохо. Что тут осада не началась? Не могу запомнить, как их зовут. Но у них есть текросталь, мне это нужно. А, ясно. Что тебе там нужно, говоришь? Уже ничего мне не нужно. Хороший ответ. Как ты так это быстро сделал? Или там его никто не охранял? Там был один кораблик и все. А, понял. Все. Он уже его захватил просто. Ой. Так, давайте-ка мы... Блин, как их брать-то? Прокачаем немного левиафанов. Так, против убийцы подлодок. Ну, давайте это оставим, действительно, защиту. Да, к сожалению, зима нету собирает титана. Много довольства, это нехорошо. Да? И тут у нас... Что это знание приливов делает? Стоимость по прибрежным водам, хрень. Улучшенная видимость, убийца фаморов. Ну, вот эту одну можно поставить пока вот так. Паш, а вот этот бастион, это он как город или как что? Как малая фракция. Ну да, ты ее захватил. И что дальше? Ну, получаю некоторые бонусы и плюс стеклосталь. Так, тут на производство. Я тут понял. Тоже. На стеклосталь. Блин, а тут... У меня такое чувство, что разработчики просто перенесли все ресурсы на море. Я не знаю, в прошлой игре вчера мы играли, было все. Не было такого. Почти в каждом регионе было что-то. Нет. Ну, может, у тебя и было, конечно. У тебя всего два региона. У меня было два изумруда, стеклосталь, титан. У тебя всего ну, было, конечно. Вот я знаю, у кого есть титан 100% уже обрабатываемый. У кого? Может, этот человек мне заплатит бабла, чтобы я не горел? А? О, отлично, убило. У Прата, что ли? Нет, у Лёши. Он тебе больше не заплатит. Да. У меня нету обрабатываемого титана. Но, а вот это вот, почему вот это вот постподслушивание называется, почему он розовым цветом? Так это не обрабатываемый титан, это мне идет с... Ну, с как его? Пост... С этого поста идет титан, но он же, я его не обрабатывал. У тебя есть источник титана постоянный? Ну, у меня тоже есть источник титана постоянный. Да вы вообще фигдилишь. Слушай, ты построил только что промышленный комплекс, который требует 15 титана и 15 стеклостали. У меня 15 титана до сих пор нету и не было. Но ты еще на кого-то там... Так значит, ты тратишь 6 титана, а я, у меня нет, у меня вот на своих двух паршивеньких маленьких городишках нет источника титана. Эти мельчайшие регионы мне очень нравятся. Блин, маленькие-маленькие. Я, у меня комп виснет. Не страшно. Так, скоро план Империи через 3 хода. Но я буду тратить на мир. Вообще просто постоянно. Где бы мне стеклосталь взять? Вот что. У меня есть. У меня в некотором количестве. Да, и я не прочь торговать, там вести всякие хорошие бизнес дела и туда-сюда. Ну. Не знаю, кто. Я прах. А.
Ну, в принципе, я... За ты можешь поставить... За 12 циклов стали, в принципе... Окей. Да, нормально. У меня красная шипуля. Вообще, внимание. Поставить региончик, чтобы мы смогли вообще торговать там. Это идея? Ну, давай поживем, увидим, что дальше будет. Может, я найду стеклоста. Давай. Может, я позаимствую бастион там, я не знаю. У меня может позаимствовать, у меня 3 источника. А, да? Да? А кто такой? Я лайк. Я тебе могу даже заплатить за это, если ты просто так его отдашь. Спасибо большое. Заплатить, если просто так отдашь. Сняли. Но у него куча источников стеклостали, он, в принципе, может лишиться одного. Если тому выгодно, конечно. Вообще тут. Так я могу забрать? Лучше, потому что просеяние праха работает только летом. Так, это ж мне придется тебе войну объявить. Нет, не надо объявлять, и там он теперь этот. Нейтральный, может просто прикрутить и захватить, там даже нет никого. Спасибо. Неужели просто так? Твою мать, что мне ж нужно же мореходство изучить. Не ругайся. Ой, извините, я был очень просто впечатлен событием. Это ж каким событием надо быть впечатлен? Потому что мне нужно мореходство. Очень ну да, у меня стандартное изучение. Блин. Печально. Ну все равно спасибо. В Бальсиро бы тоже еще поставил городок. То, что заводы неизвестны, это те, которые... Ну, ресурсы, которые ты еще не открыл. Мне не очень нравится. Ну, нужно сочерк. Это только стратегически или роскоши тоже? А мы даже не знаем, какие вообще заводы бывают. Да, в прошлой игре у нас прям не было таких заводов, как в этом. Они все разное дают. Тот наращивает армию. А кто? Не скажу. Мне даже интересно. Без понятия, я таких еще не встречал. Блин, мастер, нам надо как-то встретиться. Что за это? Знаешь что, мы с тобой граничим, мастер, и мы до сих пор не встретились. Что еще раз, мастер? Что там до сих пор? С тобой граничим, но не встретились. А я хочу с тобой мир заключить. И с демоницем хочу мир заключить. Ну, я согласен. Ну так. Я согласен. Зайди на мою как-то территорию. Она очень далеко. Ну, сейчас я выделю кого-нибудь. А, да, сейчас я найду тебя, да, сейчас пошлю одного юнита. У Лёши зашкаливающее население. Отъедаешь? Да. Так, в океане Живор. Где этот океан Живор, интересно? А кто будет менять титан на стеклосталь? Так, я могу в алтарь Ауриги что-нибудь... Фризи покидает игру, а что с тобой такое? Плюс один это на неизмеренную деревню, нет, вот это вылетел. Неплохая. Это я показываю, вылетел, что да? Ты, да-да-да. Грузить? Нет, я сейчас подсоединюсь. Ну ты этот ход пропустишь. Ну это не критично, мне кажется, если он не нападать ни на кого не хочет. Если что, сейф есть. Демоник скинул тебе мир. Сейчас еще. Отлично. Да блин, опять ничего не нашел. Я понял, куда мать стекло стали делать.
Тоже неплохо. О, боже. 10 пряностей, 10 пряностей. Может, просто их покупать? 180. Я, знаете что, идите нахрен. 180 слишком много. Блин, я сейчас все потеряю, наверное, если автоматически будет. Нет? Зашибись. Да, этот квест я уже не пройду. Так, бонус к еде включил. Может, вы в настройках игры что-то поставили по поводу ресурса? Или нет там такого? Это вроде нормально, стоит. Слушайте, а алтарь у Риги действует типа как район? Да. Да. Только не счастье пути не дается. Наоборот, счастье дается. Но он говорит, не дает несчастье. Но дает счастье. Но если он это важно отметить. Нет, это важно отметить. Не-не-не. Хорошо, хорошо. Одно дело не давать несчастье, а другое дело давать счастье. В принципе, да, большая разница. Ребят, мать позвонила. Мне надо будет с сестрой посидеть. Сейчас не смогу продолжить играть. Круто. А что же делать? Ну, я сохраниться предлагаю. А сколько сестре? 12. И она требует, чтобы с ней посидеть? На ночь, да. Я на ночь с ней останусь. Человеку уже 12 лет. Не, я ж не против. Мне просто интересно. 12 лет. Блин, меня уже одного в лет 7 оставляли. Ну, это зависит от родителей. Меня тоже оставил. Я в ее возрасте один оставался. И с тех пор решили, да ну нафиг, лучше пускай с ребенком кто-нибудь сидит, да? Что, значит, потом будем доигрывать? Ну, давайте я зайду. Ну, сейчас, подожди, пускай зайдет фриз, и следующим ходом сейв сделаем. А когда тогда? Ну, завтра вечером, наверное. А сколько удобно будет кому напечатать? Да мне в любое время. Мне тоже в любое. Напишите в чате, чтобы выбрать можно было. Прям в игре. Вот. Слушайте, вот. А может с утреца тогда продолжим? Можно и с утреца. Кто вот там, ну, 11-12 часов? Кто не может? Я не знаю насчет завтрашнего. Нет уверенности, да, что будет возможность. Вечером, скорее всего, я типа буду, но насчет обеда. Ну тогда давайте завтра вечером в 19:00. Да, поддержим. Все могут завтра в 19:00? Да. Мастер сделает событие. Да. Да, вроде все неплохо так. А, это предыдущий, что ли? Да, это предыдущий. Я тут не смог загрузить, у меня шоу. Вот, у меня пинг вообще не поднимается. Сотка. Прекрасно. Ну, а я на автобой сыграл и сохранил юнит. О. Винишко, отлично. Это очень хорошо, что у меня тут радость началась. Так, какой квест дадут? Вступите в переговор с не менее чем 5 крепостями. Ну, в общем... Что, проверим, как оно? Мне кажется, эту крепость лучше... Лучше просто захватить. Так, тут лечится, просеивание праха. Тут левиафаны строятся. И здесь левиафаны. У меня, по крайней мере, хотя бы войска двигаются не с задержкой. Ну, у меня и раньше без задержки двигалось. То есть, видимо, у тебя именно с...
с мастером были пинг. Теперь самый большой пинг, кстати, у меня с Демониксом. Ну, 200 это нормально. 200 это норма. Вот с тобой рассинхрон пошел. Ну, он все равно быстрее, в любом случае. Так, левиафаны там построены. Тут все это применить. Так, я там еще с кем-то мир хотел. Так, грузовой порт открыт. Так, соединяем юниты. Если я не хочу их тут оставить. Да. Вот так. Мастер решил меня выносить. Я так и понял. А кто это? Магов? Да. А за кого мастер играет? За ходоков. Ну, у тебя, в принципе, начальные юниты это неплохие. Более чем. Ну, он как-то, я, судя по развитию, он у него там... У тебя один город, Мак? Нет, у меня три города. А, три? Просто, видимо, я их не вижу. Тогда понятно. Ну, у меня просто... Как бы стольня стоит вообще в дико плохом месте для начала. И там по промке было проседание. Ну да, как бы у мастера 900 войск, у мага 250. Кстати, у Халецкого всех больше, чем 8. Да-да-да. Может, мне не заключать мир с мастером тогда? Ну, вроде как уже договорились, нет? Да, вроде еще нет. Да мы не встретились все до сих пор никак. Да хотя, там, хотя он... В соседнем регионе, нахуй. Ну, я в курсе. Более того, я его юнит видел. Я не знаю, почему игра считает, что мы не встретились. А может, он, Леш, не на мага идет готовиться? Мастер, мастер, ты встреть меня, пожалуйста, и тогда мы мир заключим. Просто так договариваться. Делай, приведи, пожалуйста, какого-нибудь юнита, чтобы мы могли мир заключить. Леш, он сейчас придет, подожди. Да пускай приходит, у меня есть армия. У него больше, у Леши больше армии, чем у мастера. Я больше скажу, у меня тарпухи, по-моему, очень неплохие ребята. Да я бы не сказал. Эти же лучники против летающих имеют бонус. Ну а что ты думаешь, летающим нельзя бонус против лучников дать? Колечко в зубы и вперед. Нет, против 50% против лучников имеют вроде кавалерия. Или я забылся? Ну, у меня кавалерии нету. Но арпухи, они у них первые этот будет... Как его инициатива? Да, блин. Где тут отбили у меня? Они не долетят. Тут отбили. Блин, как мы тут... Сколько же вражин здесь, а? Пробраться. Нереальное количество врагов. Фигня. Буду получать штрафы сейчас. К сожалению. Стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран мира офлайн и абсолютно бесплатно всегда здорово. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте карту нужного вам города. 2GIS, если быть точным. С патриотизмом, правда, скоро закончится действие винограде. А кто там хотел торговать интенсивно? Давай-ка все хотели строить районы. Вот с Лешей я могу теоретически по воде. Я могу. Через два хода дипломатов открою, в принципе, могу. Если вот проховод пойдет в этот гал какой-то город, оно там правда. Хотя. Не, вот это место нормально. Прах, ты пойдешь на в регион, называя начинающийся на гол.
Гоутвин, сейчас гляну, что там вообще. Там вот есть местечко, я посмотрел, значит, на так, самом ну тут востоке. Не особо много. Там есть грязь. Прогресс, вот, давайте так. Красные скалы. Ну, вот такое дальше местечко небольшое. На, ну, там есть грязь. Да, не-не-не, я хотел бы другой регион, так что если хочешь, бери. Нет, я хочу, чтобы ты туда сел. И... Тогда мы могли бы торговать. Район. А-а-а. Ну, я посмотрю. Я ее особо не исследовал, эту территорию. Ну, я тебе говорю, там вот для тебя есть такое место для маленького городка на 8 жителей. Я посмотрю. А, слушайте, а оранжевый у нас, я так понимаю, вообще, то есть в один город играет, да? Не вижу просто, где бы поставить второй можно хорошо так. Ну, тут рядом с тобой такие маленькие региончики. Ага. Слушайте, а у Лёши... красный, сам Хин. Я разве что влево могу пойти на вот тот большой регион. Но морской простор он Лёша забрал. Да, вижу. У Лёши 4 города еще, я так понимаю, да? Почему один? Почему? Три у меня. Такая информация разная. 4 или один? Ну, я вижу минимум 3. Ну, и у меня их 3. Ну, или 4, да? Где-то так. Пряности на луналист. Ага, конечно. И пряности на луналист, все. Все для вас. Любой каприз. Чтобы торговать, нужно граничить, да? Да. Ну, хотя а если мы по морю? Ну, да, вот и нас... А море, насколько я помню, нужно, чтобы блин, не было это... с этой войны тумана. Или тумана войны. Там вроде грузовой порт еще нужен. Ну это да. Я понял. Блин. Да, заселяйся вот в регионе на севере тебя ковали и будем торговать. Это кому говоришь? Это я Гинтоку говорю. А. Регион вообще бессмысленный, но чисто ради этого. Так, ну возьмем под контроль. Тут зона обвалов есть, если что. Коваль, ребята... я тоже подумал туда сейчас поставить город, чисто так для развития. Ну вот рядом с обвалами и нормально. Через 7 ходов будем поставить. Эти... Чё так долго? Так надо. Хорошо, хорошо. Автоматически. Так, по воде торговать надо видеть, ну, то есть без... И пойдем эту еще. Друг другу чистый, чтобы путь был? Никто не помнит? Нет. Не помню. Ну, там в любом случае нужно в третью эру выйти, и там грузовой порт исследовать и построить, поэтому пока что все равно проблема. Леша, а ты не хочешь сплавать куда-нибудь? Чтобы найти кого-то. Ну, я плаваю, но я пероранжевого нашел. Ага, ну это я вижу, что ты нашел оранжевого в соседнем для себя регионе. Вот. Нет, я вот севернее нахожусь. То есть, если ты ну, от своего доплыву, региона... я не против, но... Чисто... Мне пока нечем плавать. У меня тут плавает куча этих нейтральных армий. Которые мне надо зачистить пока. Если я тупо к тебе поплыву, то у меня тут просто все позахватывают нафиг. У мастера уже 1200 войск. У Халецкого 1400. Напряженная гонка вооружений. Придется и мне поднастроить под 5000, наверное. Ну что, под 5? Под 6 давай. Нет, под 5. Дай под 6 строй. Нет. Количество войск зависит от количества отрядов или от чего-то еще? От здоровья. От хитпоинтов, да. Да вроде как нет. Чисто здоровье. Хотя я вот по своим минтам смотрю, у меня не получается, что оно по здоровью. Да? Вот мне тоже кажется, что оно там свое какое-то вот у него. Своя система, непонятно. Ну, может, типа есть какие-то... Агенток, ты следующим ходом
Не двигайся вот эти, малая, я к тебе подплыву, и мы типа встретимся. Ну это вообще странно, мне кажется, эта система, что, блин, видно юниты, а я как бы вот не знаю. Там просто нужно, чтобы вы друг друга увидели, то есть, возможно, Алая тебя не видит. В общем, Алая, не двигайся. Слушай, Прах... Знаешь, это выглядит так, Алай, не двигайся, я тебя вынесу. Прах. Да? Как ты относишься к региону Самунтия? Самун что? Самунтия. Я его вообще не вижу. Нет. Все регионы у Праха отбирают. Нет тебе прощения. Нормально, пускай тут на производство пока будет. Так, в Кентамисе планировка районов. Ну хорошо, буду уже колониста тут что делать. А вот и Фризи. Здрасте. Насколько он близко ко мне? Ну как я тебе могу сказать такую информацию? Ну расскажи, ну пожалуйста. Ищи, если хочешь найти меня, ищи. Я всегда... рад новым встречам. Ясненько. Так, в Кентамисе тут кварц у нас строится. О, оранжевый. Ура! Кстати, еще одна прикольная штука есть, если не знаю, если вы не смотрели обзор у моей нации, черная метка. То есть я, например, да, могу, мы уже слышали. Могу с мастером начать воевать. То есть я объявляю ему войну и сразу черную метку на него накладываю. Да, а вот что интересно, а как ее снять? Ну так же, как и накладываешь. То есть снимает только тот же... То есть только ты снимаешь? Да. Ну, блин, я получаю бабло, нафига мне. Это... Хотя, может быть, вот есть же у... Как его? Ну кто там закрывает доступ на рынок? Можно же как-то снять этот доступ? Кочевые кланы? Можно нет, же? Только они могут. Только ну, они значит, могут. Вот то же самое и тут. А еще мне интересно, вот... Тут только в мире можно обмениться ресурсами. Да. Ну ты можешь еще на рынке купить. Ну, не. Еще через войну мир. Через войну... Ну, да, через войну мир можно. Мне еще интересно по поводу того, как ты... деревню одурманиваешь. Тебе нужно подплыть к этой деревне, чтобы... Вот не знаю, пока еще не пробовал я. А с юнитами как работает? С юнитами просто я выбираю эту армию и нажимаю, у меня иконка есть такая. А-а-а. Неплохо. Только я армию эту должен видеть, конечно, но в принципе... Очень удобная штука. Правда, единственное, что очень дорого стоит содержание. Так, народ, у Лёши 2100 армии. А ты можешь продавать этих юнитов на рынок? Нет, я единственное с ними, что могу сделать, это обратно отпустить их на волю. Но не продать, не объединить их в армии, это я ничего не могу сделать. Но поверь мне, в начальной стадии игры, когда тут эти ходят нейтральные армии, я просто хожу, беру их под контроль и ими зачищаю их же деревни. Согласись, прикольно. Удобно. Расширение фиолетового на запад произошло. Регион поставил. Я еще планирую несколько регионов взять. Несколько? Где мы стрельбу? Это угроза? Ваня, я тут в углу, вокруг меня, вот единственная граница, которую я вижу, это Дракен. Причем граница по воде. Возьмем да. Под контроль. Да, я знаю, что дофига денег, но я их постепенно буду уничтожать, эти армии. Я же забыл, у меня просто не знаю, пока мне куда мне деньги сейчас девать. Так. Так, население всех больше, опять же, у Лёши аж 20. 20, вдумайтесь.
Слушай, а от районов, которые на воде, вот если ты захватишь эти районы, то тебе будут даваться какие-то бонусы от клеток, к примеру, там каких-то? Или только то, что от заводов дается, только, и все? Только от заводов. Ну а какие ты видел бонусы на клетках? Не знаю. Не, от заводов. Там заводы дают какие-то бонусы. А где? Я вот не вижу рядом с заводами, чтобы какие-то клетки что-то давали. Турбулентность разве что. Ого. Это Демоникс вошел? Че, я вошел. Престижный завод, прекрасно. Минус 10 престижа всем. Это что это такое? Это теперь море есть престижный завод, и тому, кого он владеет, им дают плюс 10 престижа, а всем остальным минус 10. Вот. И даже когда он нейтральный. Зря я тебе, походу, его отдал, ой, зря. А чё? Ну, как тебе сказать? От кому ты пишешь? Это, кстати, по-моему, ускоряет перемещение, да. Турбулентность что еще один. Зависает не по-детски. Не нравится мне. Так, колонист тут строится. И зрячий, арпуха. А вот еще что интересно. Наземные юниты, когда они погружены на воду, они могут сражаться с морскими юнитами? Да. Но они, наверное, менее эффективны, да? Ну, если это ближний, то да. Если дальний, то вполне нормально. Еще хочу напомнить, что продолжается набор в корпоративный университет Алабуга. Там на работу требуются стратеги, да-да, такие люди, как вы, которые играют в стратегии и любят стратегии. За подробностями отправляю вас к моему видео, которое вы сейчас видите внизу посередине. Просто кликните на него, и вас перенесет к видео. Либо перейдите на главную страницу моего канала. Там видео о наборе в корпоративный университет в самом верху. Квест тут фиг выполнишь, так что я буду просто зачищать тут деревни. О, еще и не убил всех. Как там война проходит? Видимо, не очень. Мягко сказано. Пофигу. Я, главное, уничтожаю эти армии. Он у меня под контролем. Так что... Так. Да, эти уже походили. Дальше. Прям на стену луналист, охренеть. Надо объединить этих левиафанов. Так, тут все, что у нас по городам. Не подскажете, где один, находится один. Этот завод на престиж? Сверху там карта. Ясно. Или нет? Да-да-да, вот он, его видно, да. В самом краю карты. А, да, сверху. Прекрасный завод, просто обожаю. Тебе не теперь престиж брать.
Да, интересно, надо пойти его захватить. Ну все, там это магов уже нет. Ну, да. Че так быстро? Ну, у него не было воздуха. Видишь, походу, ты Лаворк его расстроил тем, что у тебя с ним пинг высокий. А еще замечу, что у Халецкого прогресс 223. Ну, мне это ничего не говорит. Сможете сказать там, насколько это много? Ну, скажем так, Демоникс отстает на 150. Демоникс. Вау. Как-то так. Так, это что, золото, а это еда. А давайте-ка мы все запустим. Ну, это я завершил подвиг. Это я, что ли, подвиг завершил? Да. Охренеть, у него уже... Никто не хочет что-то высказаться по этому поводу. Народ, понимаете, что там уже экстракторы пошли три адамантия с палладием? Ну, вообще-то, вообще-то нет. А, там подвиг, который дает 80 ресурсов? Мне по одному надо было на это добыть, это я просто квестом выполнил. Ну, на самом деле, у него за счет этих водных крепостей там сейчас как по плюс 2, по-моему, как минимум этого третьего тира. Стратег, подскажи, где мне вот вашу грязь искать? Начинается на гол. Ну, я там ищу сейчас, я пошел вверх, у них ничего больше нет. Значит, где деревня Даргеш, и там пониже. Если видишь деревню Даргеши, то пониже. Там есть грязь и скалы. Такой вот местность. Значит, надо ниже идти. Да. Так, тут еще раз кварцы. Деревню. Эти что, эти харпух мы, пожалуй, в столицу. То есть, знаете, там мастер. Мало ли, что ему в голову придет. Атаковать еще мир. Дракин, мир не хочешь бросить? Блин, это у вот... меня не изучено тех. А будешь изучать? А ты кто вообще? Забытый. Ну а как нам с тобой взаимодействовать? По воде, что ли, или что? А, ты уже вот здесь сел? Да, можем торговать. Дороги есть? А, дороги? Да, только нужно построить в этом городе, и все. Чтобы больше армии было. Наука, конечно, стратег, ну елки, ну. Ты вообще не контролируешь свою речь. Как тебе сказать? Да не надо ничего говорить, мы слышим, что ты не контролируешь. Можешь не отвечать, это риторический вопрос. Ну, если риторический, окей. Раз, два, три, четыре. Так. Нехило. Ну, тут же после того, как это стольню теряешь, можно выходить, да? Да можно... Нет, здесь как в армию теряешь, можно выходить. Без армии ты ноль, без палочки. Хоть у тебя куча городов, но если они нет армии, то берется в один ход. Ну окей, тогда спасибо за игру. Недолго. Тебе спасибо. Пока. Так, а кто там еще? А кто там еще сосед мастера? Я. Не следующий. Не, ну еще есть красный. Да-да-да. Не, так дело в том, что он, по-моему, со мной и с Демониксом мир заключил. Следовательно, я. Теоретически он ко мне еще может пойти, но это ему... Тоже мир заключите. Как вариант. Сейчас, сейчас, подождите. А, я же его даже не встретил, я с ним граничу, но я не встретил. Это замечательно. Вот это исправлять будет на следующий ход. Давай встретимся. Так. Только давай я встречусь, а не ты. Сейчас он приведет свои войска, чтобы встретить тебя. Народ, а сколько у мастера городов кто-нибудь видит? Я вот вижу три только.
Говорит, что 3. Врет, наверное. А, не, 4. 4, 100%. 1, 2, 3, 4, да. Под границу. Или это не граница, блин. Хотя не может такой быть регион, как два вместе взятых. Алёш, а вот с тобой регион мастера, он как называется, который с тобой граничит? Или ты даже не видишь? Я только первую букву вижу, L. А, ну 4, значит. Мастер Врушка, ой, Врушка, фу, таким быть. Как это можно вообще? Так, где я хотел поставить город? По-моему, я вот тут хотел. Так что поплывем сюда. Колонистам. Что-то героев нормальных нет. Так, мне вот этот океан, походу, надо захватить. По квесту что? Фракции. Где твой город вообще? Там дальше еще кусочек здесь, ясненько. Вот тут еще есть руинки неисследованные. Так, может этими левиафанами тогда аварилею захватить. Это он типа смесь, такой типа одного юнита ведешь всего лишь. Тогда надо построить еще левиафанов. Так. Так, и еще раз проверка городов. Так, часовня Ауриги. Дальше здесь все путем, и тут все путем. Так, через три хода. Так, подвожу этого земляка. Я не могу. Что ж это такой длинный регион у тебя, мастер? Я прошел два хода по нему и не нашел тебя до сих пор. А вот ты. Хотя? Сейчас уже рядом. Все, здравствуйте, ходоки. Нет, убили. Давайте ну, нормально. Пожалуйста. Так уж ты и далеко, Лёша. Не так уж и далеко. Отлично. Привет. Тебе привет. Ой, что-то мне страшно становится. Не знаю, с чем это связано. Может, с магнитной бурей? Я догадываюсь. Так, где у меня тут появляются? Да. Давайте не здесь, а вот тут пускай. А, произошло серьезно. А, все уже нормально. Оно трижды просто повторилось. Пойду. О, угу. Что это за... Больше мне сейчас здесь. Фиолетовая фигня, они за собой оставляют. А вот это очень. Так, смешно. Левиафан, Левиафан, Арпуха. Начинаю изучать мир. Подождем. Это хорошо. Здесь этого. Прапл войска. Ну да, в принципе, тут хорошая земля, так что я построю тут фиолетовый. А бонус от того завода минус 10 престижа до сих пор действует? Он всегда будет действовать. Абсолютно всегда. Только если ты его захватишь, он будет действовать не на тебя. Так почему ты оранжевый говоришь, что я недалеко? Я же тебе сказал, 5-6 регионов.
Что, я тебе наврал? Или ты считаешь, это недалеко все равно? Ну, для человека, у которого юнит ходит на 8 клеток, нет. Через сколько, кстати, зима? Скоро. Понятие растяжимое. О, химические сплавы. Это круто. Короче, тут походу, если эти Маргоры играют, то тут всяких островков делается, или это в настройках карты было. Потому что мне вообще, оказывается, селиться на континенте можно было не селиться. У меня тут куча островов. Так, сейчас вырастет. Тоже давайте пускай вырастет. Ну, два хода, так два хода. Так, что у нас? Пока я первый по войскам. О, стратег... Это кто, мастер тут? Там мастер расселяется. И стратег, собственно, расселяется. В смысле? Ну, экспансия, вот, ты на втором месте по экспансии. Может, он районы строит? По населению мастер вырвался, но это, видимо, из-за захваченных городов. 28 населения, охренеть. Демоникс притаился, это не к добру. Ладно, конец хода. Ну, у меня единственная стратегия вот эти все районы захватывать морские и получать бонусы от крепостей. Прах, а когда ты туда поставишь? А на следующий ход, по идее, дохожу. Угу. Так, вот надо краску запустить. Золотая начала меня грабить. Прахоочистительный завод и увеличились. А, оранжевый, ты ничего не перепутал? Давай ты улетишь отсюда. Нет, я не дохожу. На следующий ход построю город. Что у вас происходит? Так, объединили и поплыли город ставить. Ну, тут, я думаю, мы эту крепость не захватим, скорее всего, потому что тоже два защитника, у меня эти раненые, видите. Но покоцаем, и армию мне эту убьют. Ага, вот еще можем взять под контроль. Забытая, у тебя когда будут дороги? В Муринларе. Ну, все зависит от того, как скоро мы мир заключим. То есть, ну, как бы, мне не принципиально нам строить дороги, но если мы сможем торговать, то... У меня следующий ход будет и дорога... Нет, через два хода будет дорога в соседнем регионе. Если ну, мир, я тебе кину на следующий. Ну, так я... Стратег, ты дороги. Тоже мне мир кинь на следующий. Окей. О, тут хватило на нырок. И ничего не нашли. Жалко, жалко. Так, что у нас тут? Плюс один. Угу. Три хода. Давайте-ка мы в производство действительно все... Не, ну, у Лёши 285 жратвы.
Ну и что, Лёша молодец. Да? Ну я как же новый герой. Я начинаю бояться. Ты пищей всех сбросаешь, тупый. Нет свежей. Блин, это еще ужаснее. Тухлый бы некрофаг забрасывал, но Демоникс что-то сослабил в этот раз. Нет, он зачем забрасывал? Он бы ее ел. Жми, жми, жми. Так, винишко. Так, эти пускай мы сохраним. О, это что за квестовые? А это чьи тут квестовые кентавры ходят? Не подскажете? Не признаются. Это я. У меня потрясается. В каком регионе? Ну, около моих, ниже моей столицы. Там тебя от моих ходили. Верни их обратно. А насколько сильно армия охраняет эти посты на море? Ну, два. Фероморфы, или как они там называются. Кораблика два? Да. А вот интересно, насколько они сильные? То есть, ну, сколько юнитов нужно, чтобы убить или нет? Юниты ближнего боя вообще против них. Как берутся? Народ, я кинул мир. Сейчас я... А, мне тоже кину, хорошо. Так, добывающие станции. Вот. Здесь... Здесь ничего. И музыка не видно. И здесь ничего. Так, ладно. Ну что, смогу я захватить оставшимся корабликом? Лес, да нет. Отлично. Так, а тут... Блин, не доплываю. Я не хочу одним юнитом атаковать. Живор. Вот этот океан мне надо захватить по квесту. Что ты там цокаешь, стратег? Сложная ситуация, я не понимаю, что делать. На кого нападать прямо сейчас? Так, фиолетовый это Фриз, да? Ну вот я до него доплыл на север. Привет, Фриз. А где именно? В каком регионе? Не знаю. Мурин Лари? Да не вижу я тут названий. А, Лёш, я хотел бы попросить у тебя, можешь не трогать два морских региона, которые севернее и восточнее меня, ну, то есть снизу и справа от меня. Это просто два региона, которые рядом со мной. Нет, не можешь не трогать. Ой-ой-ой. Я должен был сражаться. У меня квест на это все. Ага, Лёш, смотри, если ты сейчас пойдешь на север, то увидишь мои города, и там, чтобы там торговля была. А ты выше или ниже фиолетового? Я севернее, гораздо севернее. То есть выше. Угу. Ну, то есть, видите, тактика за Маргоров, чтобы у тебя вас побольше было денег. Для того, чтобы вы могли брать вот эти их войска под контроль. Вообще любые войска нейтральные под контроль могли брать и их использовать. Вот, собственно, да. И все. 39. Значит, наши. Так, ну что, забыто. Так, а в Живоре как насколько насчет мира надо? На 20 вот, ходов? Вот этот Живор надо захватить, и все, и он... Просто не мой. Нет, просто, ну, без войны я имею. Ну, я и не собирался воевать с тобой. Господи, что я сделал? Ну, давай закрепим это, так сказать, во всеуслышание, что мы 20 ходов не будем воевать. Так, в принципе, вот тут я еще могу город поставить, да? И вот еще Эриндла. Ну, хорошо. Окей. Так, Прах, тебе то же самое, 20 ходов. Три вот тут. Тогда кинь торговлю.
Ну, я тебе мир кинул. В смысле, ну что ты имеешь в виду торговлю? Вот в Шореле будет через два хода дорога. У меня следующим ходом дорога. А, нужно, чтобы бросать на дорогу. Кстати, у нас у меня идет? Будет чуть позже дорога, тогда извини. Торговые пути. Ну так что, 20 ходов мир? Ну, я не собирался с тобой воевать, хорошо. Ну так мир, да? Да. Все, 59-й, окей. А, значит, потом ты собираешься, я понял. Нет. Я просто, чтобы 59 до 59-го хода мир и лепота. Ну хорошо, я тебе поверю. В общем, да. Логично. Так, теперь вопрос, что мы сегодня. Фига себе, плюс 10. Вот это давайте-ка мы это откроем. Плюс 10 на территории с водоемом во время зимнего сезона. Неплохая штука. Кто-то планирует забирать завод на престиж? На основе дозорной башни. А его кто-то забрал, может, уже? Кате тоже надо. По-моему, нет. И можно, кстати, открыть тогда после вот этого плюс 2. Где тут у нас верфь? Где у нас башни тут? А, вот тут у нас башня. Вот следующая, пускай. Вот так будет так, все. Так, пряности и золото завершились. На 5 минут не атакуйте демоникса. Так. Плюс 2 на район. 3 хода на юнит. Ну да, вот так и возьмем. Так что, мы будем заключить торговое соглашение? Ну, вот я... Нет, если ты мне кидаешь, то я как бы не против. Вопрос в том, что у меня престижа не... То есть я не знаю, на кого, кому мне кинуть выгоднее торговое соглашение. То есть у меня престижа не хватит, на... чтобы всем покидать. А сколько стоит торговое соглашение? Не знаю. Ну, мне чуть-чуть не хватает для торгового соглашения. Ну, скажи, сколько, потому что я не знаю, сколько оно стоит. А, 30 всего лишь? Серьезно? Ну давай, слушай, забыто, давай так. Я тебе торговая, ты мне о научная. Хорошо, только на следующий ход у меня как раз будет. Ну вот я тебе пока кину. Я что-то капуша. Башня правды. Вот тут поставим на границе с Демониксом. Спасибо. И плюс. Еще построим ледовые... угодье. Все. Видите, жемчуг потратили. Сейчас, правда, еще наберу. Нафига себе, у меня праха сколько валит. Так, где я тут хотел ставить город? Давайте подумаем. Раз-два. Слушайте, а там, где место для башни, я там могу районы строить или нет? Кто в курсе? Какое место для башни? Ну, место для башни. Ну, знаешь, есть карты, где башню можно ставить. А, да, можешь, конечно, можешь. Тогда я вот прямо на башне, видимо, и поставлю. Так, литейный амбар и публичная библиотека. А, и еще вот этих ребят надо. А, где тут? Понимаю, где пещерники вот. Так, дальше. Теперь Живор захватываем.
не буду даже тут особо драться, да, все, живор мой. Так, с Тидом надо к оранжевому подъехать, пообщаться. Слушай, Фриз, а у тебя, у Тида есть какие-нибудь юниты? Типа, чтобы ты вправо сходил, и мы бы встретились. Будет на следующий ход. Отлично. Так, а что у меня тут с нациями? Три деревни кварца. А что кварцы дают? 0,5 ресурса. Слушайте, может мне открыть, чтобы я еще дополнительно мог ассимилировать ребят? Все-таки 0,5 ресурса, это я вам скажу. Очень-очень. Очень и очень. Так, нападем на эту. Я сомневаюсь, что я тут победю. Армию зато. А, победил, нифига себе. Отлично, еще один. Океан мой. Все герои нормально делятся. В шоке. Так. Тут грузовой порт построен, и тут арпуха. Так, все идет по плану пока. Ну что, вверх или вниз поплыть? Ладно, там стратег хотел торговать. Ребят в город, а этими пойдем эту аварелею. Надо еще найти где-то. Ну вот, наверное, еще с аварелеей заводик его захватить, и этот океан моим будет. Так уже красиво, конечно. Эти огромные океаны. Ну, в общем, вот этот район надо мне еще заселить. О, а вот и зима. Опять весна. У всех в начале хода сильно весна? У меня нет. Невозможно. Здесь никого еще не вынесли. Так, пока нет, вроде бы. Станция. Так, тут начали дохнуть ребятки. Пока ничего. Здесь плюс 2. Да ну нафиг пока расти. И дорога не завершилась из-за зимы. Тут плавильные станции вообще. Какая жалость, да? Ресурсов вообще нету, типа. Ну, с другой стороны, я все от заводов получаю. Так, адамантий. Ну, блин, вот смотри, у нас Фриз, посмотри, вот стоят юниты рядом друг с другом. Ты видишь мой юнит? Да, но у меня этот юнит нейтральная фракция. А, точно, так это нейтральная фракция. Прикольно. То есть юниты под моим контролем нейтральных фракций вам показываются, как будто это нейтральная фракция. Классно. Ха. Прикольно. Ты страшный человек. Это те, которые ты под контроль, да, взял? Да, да. Это интересно. Жалко, что они только слабенькие, а не как у этих, у торговцев.
Слушай, ну, Фриз, ты извини, я просто не потому, что я там что-то против тебя, мне даже как бы это нафиг не надо, но я хочу попробовать, вот я вижу твою деревню, попробую ее, как это, поднять восстание в ней. Но, честно говоря, стоит 107 престижа. То есть... Охренеть. Да, это очень дорого. Но я просто посмотреть, что это будет. Ага, появляется не... А, просто появляется нейтральная армия, и деревня прекращает быть усмиренной. Видишь, ему надо заново идти ее усмирять. Ну, я не думаю, что это можно расценить как дружественный шаг. И логично после такого объявлять войну. А с тобой? Так он, понимаешь, он не может... Да, я автоматически поставил. Он не может объявить мне войну, потому что мы с ним не встретились. Прикол вот в чем. То есть я хожу там нейтральными фракциями, и как бы считается, что он меня не видит просто. Мне кажется, это перебор. У кланов хотя бы надо технику изучить для этого. А здесь тебе, пожалуйста, раз и все. Да, но здесь для этого нужно куча денег. У тебя... У меня армия под содержанием, когда я беру вот эту вот, она где-то примерно 30 золота в ход начинает требовать. Вот эта нейтральная армия одна. Так что... Знаешь, не очень. Тут надо, чтобы у тебя денег было дофига. И плюс еще, кстати, и престиж тоже еще требует. Да, престиж очень дорого, 100. Это вообще жесть. Еще один. Кстати, лидер по престижу Леша. И по довольству. И по прогрессу. Почем еще он лидер? Да. По продукции. Понятно, значит, нейтральные юниты эту фигню не проверяют. По исследованиям. 22 науки. Ой, техи. Нормально. Ну не буду я тут уже гадить. И в общем, по армии. Фриз, я эту армию... Я больше эта армия не под контролем, так что это чисто нейтралы бегают. Я там не буду тебе ничего гадить. Хоть на этом спасибо. Так, надо в Чатхуне город еще основать, и я буду доволен. Один ток. Что? Забыть, ты хотел мне будем торговать. Этот, соглашение об исследовании. Я не против. А, да, точно. А, для него аж 55. Ну, прими мир сначала. Ну, смотрите, как... Насколько я по этим... Тогда придется подождать с этим. По турбулентности, насколько быстро могу перемещаться. О, я встретил только этих забытых. Так, мы торгуем сейчас уже? Да, я торгую с тобой. Так, Фриз, слушай, а вот у меня есть тогда, вот выше у тебя район, точнее даже... Нет торгового соглашения. Выше Тида? Еще выше, то есть через район от Тида, вот такой полуостров как бы выдающийся. А можно вопрос? А, ничего, все нормально. Вот там у меня плавает мой реальный юнит. Там как-нибудь есть какой-нибудь у тебя юнит вообще? Господи, почему вот это из-за восстания мы не пришлось тянуться вниз, поэтому если хочешь встретиться, появик Тида. Не, это уже далеко, тем более тут зима. Кстати, ну, а вы зимой ходите по льду? Ну, нет, если он есть, то ходим. Ну, сейчас же его нет.
Так, башня правды построится, прахоочистительный завод. Так, здесь планировка района заканчивается. Что нам построить? Плюс 5 производства, ну, нормально. И... Может, колонисты уже еще раз? Раз такое дело, еще одного. И Чатхун. Драки найти следующим ходом, каким договором исследования. Не буду пока нападать, буду тут ходить. О, слушайте, так тут эти... как его? Демоны. Это классная тоже фракция. Так, я наконец-то могу большую армию, ну, в 6 человек сделать. Так, башня правды построена. Что? Я так понимаю, на меня напал Лёша своими пауками? Нет. Я тебя еще даже не нашел. Я без понятия, где ты. Почему тогда у меня написано? Ну, кто-то напал на тебя. Не понял. Что за прикол сейчас произошел? Никогда ее и не было. Я через 2 хода дорогу дострою, и можешь кидать мне. Странный глюк. Так. Так, веритократические принципы. 2 слота армии, 2 слота гарнизона. Меньшее содержание и дополнительный слот для аксессуара юнита. Гуд. Я пока кидать не буду, у меня не хватает престижа нормально. Как-то пока слишком простые. Да надо бы начать производить этот престиж, потому что из-за завода просто его нет. У меня 38 и все. Ну, начни производить, что мы можем сказать. Да, но мне придется переключить своих рабочих из нужных сфер в нужную, которая, по идее, и так должна быть. Будем стоять тут. Печально, короче, все. Да? Я не могу не согласиться с этим. Торговые пути с агентом соглашение обследовать не оправдало моих ожиданий. Я потратил слишком много престижа на тебя, но получаю каких-то 13,5. И тлени тоже стал моим. А что? Это мало. Но в прошлой игре. Ну, для меня это мало, короче. Ну, а еще науку ты получаешь. А, да? Вообще, да. А, теперь вижу. Тогда ладно. Понятно, что для праха-то это не серьезные цены, но вот наука-то как бы тоже тебе дается. Я не обратил внимания, спасибо. Буду все захватывать. Захватываю все любое. Так, проверка по городам, опять же. Так, давайте-ка мы Арпух улучшим. Так, ну я вижу кое-какие шевеления в статистике.
Поделишься? Нет. А-а-а. То, что у Лёши 23 техи, это, конечно, жесть. Так, давайте от стреляющих лучников. И 400 продукции при этом. Слушай, а почему ты говорил, что как раз арпухи убийцы стрелков? То есть это у меня как раз против мастера бонус. Разве убийцы стрелков не кавалерия? Ну, арпуха написана убийцы стрелков. Что я могу сделать? Мне просто казалось, что... А, с той стороны. Ну да, вот я тоже с мастером больше соглашусь, потому что... Нет, там есть тоже мастеры определенные какие-то бонусы, но тут больше, конечно, оружие. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение партии завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.